За окном вечер субботы. Это если вы передачу не в повторе смотрите, и мы рады вас приветствовать на новом вечере. Сегодня у нас очень интересный гость, но перед тем, как знакомиться с ним, для вас новости культуры за неделю. Смотрим! Письма, наброски и зарисовки из личного архива великого американского писателя, лауреата Нобелевской премии Уильяма Фолкнера, впервые в истории будут выставлены на аукцион. Коллекция, включающая также квитанцию о получении Нобелевской премии в 1950 году, оценивается экспертами в сумму более 2 миллионов долларов. В Московском художественном театре имени Чехова Олег Табаков провел презентацию нового переработанного двухтомного издания своей книги «Моя настоящая жизнь». В книгу вошли рассказы о детстве Табакова, а также о театральной жизни, включающей в себя истории о художественном театре и театре «Современник». 10-й ежегодный фестиваль культуры и искусств «Французская весна-2013», который традиционно пройдет в 6 украинских городах – Киев, Харьков, Днепропетровск, Львов, Донецк, Одесса – откроется 2 апреля и продлится до конца месяца. Это были новости культуры. Все, хватит уже держать интригу, тем более, кто смотрел анонсы, тот все уже знает. Итак, господа, в гостях у нового вечера замечательный актер Анатолий Хостякоев. Пошли знакомиться. Я иду к гостю. Здравствуйте, господин Хостякоев. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в Одессе. Вы последнее время уже не такой частый гость, как раньше. Это очень жаль. Но в этот раз, опять же, одесситы смогут насладиться, вы привезли нам «Швейка». То, с чего начиналась ваша театральная компания, и тот спектакль, который дал ей славу, до сих пор чувствуете его актуальность? Ну, во-первых, я очень рад приветствовать всех дорогих моих одессит, потому что, знаешь, каждый приезд в Одессу – это, ну, я не могу сказать, что такое огромное какое-то событие, но это событие, это… Хотя бы лишь потому, что с Одессой мне очень много связано. В юности я часто снимался на детской киностудии и приезжали на гастроли. Ведь раньше гастроли как проходили? По месяцу, да, приезжаем в город. И вот в месяц в Одессе. И можно было возможность, посмотреть, поинтересоваться, что нового происходит в городе, встретиться с друзьями. К сожалению, сейчас это очень редко бывает. И поэтому каждый приезд, конечно, для меня это радость, это общение. В конце концов, я очень рад тому, что эта возможность у нас появилась и на сей раз. Что касается «Швейка», это такой знаковый наш спектакль, такой, можно сказать, культовый спектакль, если так можно выразиться. Потому что он существует очень долго, он существует по своим законам. Это спектакль, которая родилась в импровизации. Это спектакль импровизации, который меняется практически на каждый спектакль. Он не похож на предыдущий. И поэтому это экзамен на прочность, профессиональной прочности нашу с Богданом, с Бедняком. Насколько вы понимаете, что этот спектакль мы играем втроем практически. Вот Богдан, я и наша героиня. Вот. Но практически это сольный спектакль на двоих. И нам нужно быть постоянно в форме. Мы не имеем права сдавать те позиции, которые мы завоевали с этим спектаклем. И мы совсем недавно, когда мне исполнилось 60 лет, мы дали друг другу слово, что мы будем играть, до 86 будем играть этот спектакль. Mm-hmm. Вот когда мне будет 86, Богдану будет чуть меньше, а у нас есть такая мизансцена, что мы поднимаемся на вагон. Значит, вот этот декорационный вагон. И мы дали друг другу слово, что до 86 как минимум мы будем подниматься на этот вагон. И я надеюсь, что у нас будет еще время встретиться не раз с одесситами. Но не только этот спектакль у вас является долгоиграющим. Правда, не знаю, все ли одесситы слышали, спектакль «Ким IV». Его возродили, потому что премьера у вас была вообще в 90-х, а сейчас вы этот спектакль вновь создали в театре Франка, и он снова идет с успехом, снова вы сумели привлечь к нему внимание. Расскажите про него, пожалуйста. Его вы еще не привозили, так что одесситам будет интересно. Премьера была действительно в 99-м году. Это была неожиданная премьера для всех, и в первую очередь для меня, потому что... Вам не сказали? Или? Нет, потому что я был режиссером этого спектакля. Я первый раз позволил себе срежиссировать спектакль. И, к счастью, блин, этот не оказался комом. Спектакль до сих пор идет. Действительно, у нас был некоторый перерыв.
А потом мы решили все-таки спектакль, ну какой, ну год мы его не играли, а так на протяжении с 99 года мы его работали до недавнего времени. В какой-то момент я засомневался, стоит ли дальше продолжать играть этот спектакль, но в конечном счете интерес публики и мой личный интерес в этом есть, хотя бы потому, что опять же там нужно быть постоянно в форме. И спектакль сейчас идет практически без изменений, идет на аншлагах. Интересная тема, интересная пьеса Григория Израилевича Горина. И не без интересная постановка у меня получилась. И я думаю, что у спектакля это как бы еще какое-то новое дыхание. Думаю, что он еще будет идти некоторое время. А в конечном счете я бы хотел, чтобы как бы передать свою роль. У меня есть старший сын, есть Георгий. Есть младший сын Славка. И я бы очень хотел, чтобы этот спектакль как бы, ну, передавался из поколения в поколение. Наследственный титул. Да, 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 да. Потому что тема очень хорошая. Власть, искусство, власть и взаимоотношения между людьми. И как можно в этом обществе сохранить на себя, как свои принципы. А это из поколения в поколение это передается. Это проблема. То есть даже не проблема, это вопрос, который он решается на протяжении многих годов. Это одним словом нельзя это высказать. И я думаю, что будет о чем поговорить в этом спектакле и моему сыну, и одному, и другому. Но у него ведь нет таких историй. Потому что про вас многие помнят, когда первый раз сняли с премьер-министерства, или как правильно это называется, госпожу Тимошенко, вы, господин Бенюк, купили цветы, и в то время, когда все бежали искать знакомство с новыми властителями, вы пошли госпожа Тимошенко сказать, что спасибо за все, приходите к нам на спектакль. Поэтому умеете вы все-таки угадывать, в какие моменты стоит проявить внимание к людям, это раз, а во-вторых, все-таки явно в вас сильно, ну, искренность, что, кстати, пусть меня простят остальные актеры, не всегда у них встречается. Вы очень искренний человек. Ну, вы знаете, нет людей, мне кажется, которые бы всех как бы удовлетворяли, и все бы говорили, что вот это хороший человек, это... Ну, так было бы и неинтересно. Да, было бы неинтересно. Конечно же, этот поступок, который мы с Богданом... Ну, это поступок, поверьте мне, потому что... Согласен. Это была действительно правда. Ведь это была не политическая акция. Теперь вы это попытаетесь доказать кому-то. А я никому... Наоборот, я об этом говорю. Да, это было, и это здорово. И это было движение души. Давайте так, это был первый штурм Верховной Рады. Причем вам не пришлось ломать забор, вы просто зашли. Нет, это был кабмин. Мы купили букет цветов и пошли к женщине, которая маленькая, хрупкая женщина. Мы к ней пришли поддержать, сказать, что Юля... Ну, Богдану со всеми на «ты» разговаривает. Он говорит: Юля, не переживай, все будет доброе, ты прекрасна, ты хороша. И опять же повторяю, это был... человеческое отношение, человеческое проявление человеческих отношений. Я думаю, что и так оно должно быть, потому что в политику, конечно, очень туда, наверное, не следует ходить, а тем более актером. Я один раз попробовал, понял, что нужно заниматься своим делом. Вот. Но это даже не требует особого мужества, вот такие поступки. Это просто нужно слушать себя. Себя слушать, и не ум. Надо слушать сердце, а сердце оно всегда подскажет. Ум, как правило, знаешь, он ищет отступные. Он думает, а стоит ли так сделать? А может быть, не стоит. А может быть, а чем это мне грозит? А сердце говорит, вот импульс первый, самый первый импульс, он всегда правильный. И поэтому это хорошо, что вы помните об этом. И мне приятно. Это было действительно ярко. Продолжая тему взаимоотношений с властью, но уже немного уменьшим градус, не с властью политической на всю страну, а с властью, допустим, режиссеров, худруков, вы в свое время заслужили репутацию неудобного артиста, человека с характером, человека, который способен пойти на конфронтацию, а теперь вы уже являетесь сами руководителем. Тот опыт, который вы накопили, когда вы ругались с худруками, уходили из театра, возвращали вас в театр, умоляя, что там вернись, сыграй еще. Вот сейчас он вам помогает находить общий язык с молодыми актерами, с людьми, с которыми вы работаете? Дело в том, что я не руководитель, вот, чтобы было понятно. Я работаю в театре имени Ивана Франка, так же, как и Богдан Бенюк и Наталья Сульская. Вы основатели театрального товарищества. Вот. И театральная компания, она как бы
она предполагает, что, дескать, ну, каждый должен отвечать за свою, как бы, за свой огород. Богдан – это продюсер у нас, да, там Ярослав Гранышин – тоже продюсер генеральный. А я отвечаю, как я так чуть-чуть иронизирую, за художественную самодеятельность нашего театрального объединения, театральной компании. И в этом смысле, конечно, я несу ответственность за художественный уровень этих спектаклей. К сожалению, у нас нет своего, своего помещения, у нас нет своего театра. Мы арендуем театр. Скажем, в Киеве мы играем в театре Леси Украинки, в Русском театре. У нас, как правило, 2-3 спектакля в месяц в этом театре. То есть у нас театр существует, но без помещения. Но я не могу сказать, что я руковожу. Я, как бы, у нас нет постоянной труппы. Я имею возможность, имею право, и ко мне прислушиваются наши же компанейские друзья, к моему мнению прислушиваются. Скажем, я хотел бы, чтобы этот актер был занят вот этой роли, и я это выношу, как бы, на художественный совет, который состоит, опять же, из Богдана Бенюка и Ярослава Гранышина. И, как правило, последнее слово за мной, потому что я, как бы, вижу это с художественной точки зрения. Вот. А что касается взаимоотношения художественного руководства и актера, это всегда очень, это проблематично, это всегда сложности, потому что каждый человек индивидуален, тем более актер, у каждого есть свое мнение, у каждого есть самолюбие, которое, безусловно, должно быть у каждого актера. И поэтому эти взаимоотношения, они регулируются, если в разумных, скажем, это происходит в разумных пределах, то это как бы находится точка зрения общая, и тогда без никаких, как сказать, ну, это творчество, это взаимоотношения. Вот. Иногда бывает и на повышенных тонах, но по-другому не может быть, мне кажется. Потому что для того, чтобы руководить театром в полной мере, нужно быть диктатором. А для того, чтобы быть диктатором, нужно заслужить это своей работой, своими спектаклями. Ну, опять же, говорить о том, что не мог быть театр быть Товстоногова, вот, БДТ, он не мог быть без художественного руководителя, как Товстоногов. Он диктатор, он об этом говорил, я диктатор. Но он знал, куда диктовать, и он знал, как вести театр. Поэтому здесь никаких противоречий нет. Если есть такой руководитель, тогда молчок и работаем, продолжаем дальше. Если же есть какие-то такие, ну, неудобные какие-то моменты, их можно решать цивилизованным путем. Работай. Прежде всего, работай. Вот у нас тоже неудобный момент. Мы прервемся на рекламную паузу и вернемся обязательно, чтобы продолжить общаться с господином Хостяковым. Ждите. Новый вечер. Эй, здравствуйте, дорогие друзья! Мы об истории Одессы снимаем программу. Вообще-то я сейчас на взводе нахожусь. Хотя по мне не скажешь. Я же не сказал водителю, куда мне ехать. Але ви вже приїхали. Вітаємо, це Одеса. Найкраще місто землі під вашими ногами. Тож не жалійте їх, пройдіть по Одесі вздовж та упоперек. Вивчайте її історію, насолоджуйтесь її природою. Познайомтеся ближче з її мешканцями. А допоможе вам в цьому розважально-пізнавальний телепроект «Де йдемо? Одеситам за Одесу». Тяжело це. Работа программы на телевидении снимать. Мы возвращаемся в студию. Это «Новый вечер». И в гостях у нас господин Хостяков, один из самых успешных, самых интересных и самых известных актеров Украины. Скажите, пожалуйста, вы за все то время, когда вы в профессии, вы имели возможность работать с ведущими мастерами сцены, экрана. Вы можете оценить то, как менялось качество актерское вот за какой-то временной период. И вот сейчас, если сравнивать с теми мастерами, с кем вам довелось работать, новое поколение артистов, которые сейчас есть в стране, что вы можете сказать про них? Как вам с ними работается? Как вы оцениваете их отношение к профессии, их поведение в профессии? Вы знаете, замечательный этот вопрос. Я много об этом даже и думал, и без вопроса этого. Потому что, знаете, когда... Вот так всегда говорят. Я сначала вопрос задам, а я давно хотел сказать. Давайте не отнимайте у меня заслуги. Вопрос придумал. Я вас поддерживаю. Замечательно. И это хорошая мысль. Потому что, конечно, поколение не похоже на поколение. Конечно же, это совсем другое поколение. Вот молодые ребята. А я как бы попал в межпоколение. Мне так кажется. Вот мой, так сказать, возраст. Потому что вот поколение Миколайчук,
да, Богдан Ступка, Брандуков, Кость Петрович Степанков, замечательные наши украинские актеры, которые прославили украинский кинематограф, театр. Это огромный пласт культуры украинской. К сожалению, многие из них уже ушли. Вот Лей Сердюк, который работал недавно в нашем театре. Это было такое счастье с ними, это общение с такими людьми. А я чуть-чуть младше их там, где-то на десяток, 15 лет. И для меня это было такое счастье каждое мгновение, прикосновение к этим, с этими славными актерами. Это было огромное счастье. И в театре встречался, и в кино. А вот сейчас вот новое поколение, совершенно другое, но не менее талантливое, не менее. Просто по-другому воспринимается мир ими, этими актерами. Другой бешеный ритм. А шансы открыться у нового поколения, на ваш взгляд, такие же? Все-таки тогда была серьезная машина, которая давала возможность попасть в кино, давала возможность работать в театрах. Сейчас театры остались, но им, опять же, тяжелее, чем прежде. А кино украинское, простите, существует только в фантазиях чиновников. К сожалению, вы правы и в этом. К сожалению, потому что, как правило, вот огромное количество картин, которые, скажем, огромное количество, которые выпускается в Украине, это не украинский продукт. К сожалению, это так. Что имеется в виду? Что, ну, деньги, да, российские деньги или другой там страны, и, как правило, ставится условие о том, что в главных ролях будут сниматься московские актеры. И наши талантливые актеры, они вынуждены соглашаться на те условия, а условия просто рабские, недопустимые для украинской державы, для украинского кинематографа. Просто недопустимые. Это на несколько порядков ниже заработной платы, имею в виду, в кино. Ставка. Хотя при наличии таких потрясающих актеров украинских, это, ну, просто недопустимо. Но и тем не менее, даже на этом фоне, и даже в таких условиях актеры блестящие у нас. И, ну, сейчас я не буду называть фамилии, потому что многие из них, они снимаются часто, и вместе с тем они не так уж знамениты, как наши, скажем, российские друзья. Но на площадке, выходишь на площадке, все показывает камера, все показывает сцена. Вот если вернуться, скажем, к театру имени Ивана Франка, в котором я работаю уже там более 30 там лет, у нас сейчас невообразимо талантливое поколение, молодежь, пришли ребята, они поставили спектакль, на который невозможно попасть. И они с каждым шагом, они доказывают то, что мы не хуже, мы лучше, только дайте нам возможность реализовать свои возможности. А то, что говорят молодые режиссеры, вам близко, понятно? То, что они пытаются донести. Вы знаете, к сожалению, с молодыми режиссерами мне не приходилось часто встречаться. И, откровенно говоря, я их не знаю в том качестве, в котором хотел бы их узнать. То есть, потому что я с ними не общаюсь, я с ними не работаю. Они есть и в театре есть. Ну, давайте я буду подсказывать фамилии, быть может, вы отзоветесь. Богомазов. Потрясающий режиссер, который сейчас получил премию, государственную премию. Вот поэтому и вспомнил. Нет, у него очень много. Да, но у него столько работ интереснейших. И наконец-то он получил государственную высшую премию искусства. По праву получил. Вот хорошо, следующий, Троицкий. Троицкий. Совершенно другой режиссер, другого направления, но, безусловно, талантливый. Ну вот вы их воспринимаете? Они для вас близки, понятны? Или вам кажется, что все-таки за какими-то экспериментами они, может быть, теряют? Богомазова я воспринимаю на 100%. Троицкого я тоже воспринимаю, но это то, что делает Троицкий, для меня это понятно. Как ни странно. Для меня это понятно. У него очень яркая форма, очень яркая. Я когда-то работал с такими режиссерами, там, с Желдыком, с Андреем, скажем, да. Но мне это понятно, как это делает господин Троицкий. И полные залы будут у него. Но у каждого человека свое, как бы, подобострастие. Мне больше, скажем, театр Богомазова. Но мой театр – это театр Малахова, Виталия. Там, где все равно выходит на сцену актер. И как бы ты его ни прятал за своими за экранами, как бы ты ни сыпал на него там дожди, и что-то там с ним не делал, все равно зритель будет смотреть на актера. Если актер будет убедителен. Я видел спектакли, которые 15-10 минут вызывал у меня восторг своей картинкой, своими находками, своими невообразимыми какими-то эффектами.
Но в середине ничего не происходило. Между актерами ничего там не было. Они друг друга не чувствовали. И тогда все это становится мишурой. А можно 2-3 актера на полупустом пространстве могут вызывать огромный интерес. Поэтому у каждого режиссера есть свое направление. Но это не говорит о том, что это лучше, это хуже. По крайней мере, очень хорошо, что они есть, что они существуют. Самое ужасное, когда это не вызывает никакого интереса. Самое ужасное, если это мертво. Самое ужасное, это если зритель об этом не спорит. А о Троицком и о Богомазове спорят и будут спорить долго. Хорошо, спасибо. В завершение передачи, к сожалению, наше время ограничено, и я уже вынужден задавать последний вопрос. Хочу вас спросить. Сейчас создалась такая, на мой взгляд, необычная ситуация, когда ваше театральное товарищество и ваше творчество снова сильно связано с политикой. Буквально с одним народным депутатом Украины, господином Бенюком. Как он уже свыкся с мыслью, смирился с ситуацией, ощутил себя вдруг неожиданно не просто талантливым актером, а человеком, который может влиять уже на судьбы Украины? Ну, во всяком случае, так считается. Я вам скажу, что это удивительный случай, когда человек на своем месте везде. Вот он в театре, он на своем месте. В кино он на своем месте. Я думаю, что когда он был в вашей студии, он был тоже на своем месте. И также и в политике. Он на своем месте. И я за него не переживаю. Я интернационалист. Он националист. Но это нам не мешает находить точки соприкосновения. Это нам не мешает смотреть друг другу честно в глаза и не делать друг другу подлость. И я хотел бы, чтобы он своей уже этой деятельностью политической, чтобы он действительно принес пользу нашему государству. А вы сами никогда не задумывались о политике? Я ведь был некоторое время. Я был год, я был в Мискраде, в горсовете. Вот. Но, знаете, и мне приносили деньги. Я мог быть министром культуры. И меня покупали с потрохами. Для этого нужно было только предать человека. И когда смогли? Нет. А как потом можно было быть дальше? И потом, когда многие убеждают себя, что человек-то плохой, почему бы не предать? Может быть. Но для этого надо было сказать, я предатель, дайте мне $1 000 000, которые мне и приносили. А я сказал, нет, я не смогу предать человека. Миллион убрали, и тогда я написал, я хочу уйти с этого. Вы много назовете людей, которые сами ушли бы из депутатского там, корпуса? Я знаю одного Папы Римского тут недавно. Поэтому нужно делать шаги, и нужно делать, понимать свое место в обществе, место в жизни. И думать, и опять же, сердцем, мне кажется, нужно думать. Спасибо вам большое. Удачи вам в творчестве, в работе и в жизни. Вы замечательный собеседник. Спасибо. Было приятно с вами познакомиться. Взаимно. Господа, сейчас господин Хостяков допьет свой чай, который предоставлен нашими друзьями и партнерами, сетью салонов «Пряная хата», а я вам проведу небольшую экскурсию в мир литературы. Пойдемте. Есть множество вариантов того, чем можно занять себя вечером в будни. Но мы, с моей манией величия, авторитетно заявляем, лучше всего прочитать интересную книгу. И, естественно, мы предлагаем варианты на выбор. После мирового успеха «Хижины» первого романа Уильяма Пола Янга, книги «Перекрестки» также предрекают статус бестселлера. Напомним, «Хижина» была издана в 2007 году и разошлась тиражом 18 миллионов экземпляров. Автор написал «Перекрестки» – книгу из 35 тысяч слов за 11 дней. Главный герой романа – преуспевающий бизнесмен Тони Спенсер. Он привык ставить перед собой конкретные цели и использовать любые средства для их достижения. Жестокий и эгоистичный, он нетерпим к проявлениям слабостей у родных и друзей. Во второй раз он женится на одной и той же женщине, только для того, чтобы оставить ее ни с чем. Однако инсульт и кома, последовавшая за ним, дают Тони шанс пересмотреть свою жизненную позицию и исправить то, что еще можно, вернуться на тот перекресток, с которого он свернул не туда. Издательство «Центр Полиграф» выпускает книгу Николая Коняева «Шлиссельбургские псалмы». В дальнейшем я буду говорить просто книга, потому что то, что я сейчас это выговорил, чистая случайность. В общем, это история крепости Орешек, расположенной на Ореховом острове напротив, собственно, Шлиссельбурга. Эта история полна драматизма и загадок. В книге, давайте все-таки попробую,
Шлиссельбургские псалмы, господа, это сложно, вы сами попробуйте. В общем, автор проводит летопись Орешка от его основания в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, до наших дней. Свое военное значение Орешек потерял еще в 1703 году после строительства Кронштадта. Эта крепость стала политической тюрьмой, но в ходе Великой Отечественной войны крепость прославилась тем, что небольшой гарнизон продержался здесь более 500 дней, обороняясь от немецких войск, которые не смогли переправиться на правый берег Невы, чтобы замкнуть кольцо блокады Ленинграда и перерезать дорогу жизни. Вот такой вот крепкий орешек. Чтение делает мир ярче, а потому ярких вам вечеров. Мы прощаемся ровно на неделю. Для вас наш музыкальный десерт. До встречи!